Все время в железной дороге. Я очень рад, что вы специалист. Именно тот специалист, который будет работать здесь у нас. Значит, ваш поезд, тот, который, пассажирский поезд, который Дюр едет. Много раз мы разговаривали насчет этого поезда. Я предлагал ребятам, говорил, ребята, понижите цену. И этот поезд постоянно будет полно людьми. Конечно, тоже хочу это сделать. Обязательно. Значит, взаимоотношения, я скажу уже, только что сказал, что хорошие. Так что просто продолжать надо это. Церковь у нас красивая, армянская, да, Сурбхач называется. Прямо вот на Северном. Я просто жил на Северном, как раз в эту церковь тоже ходил иногда.